Привет, дорогие вязальщицы! Вы на канале Пора Спиц. С вами я, Тоня Февралева. Сегодня хочу вам показать шотландскую резинку. Посмотрите, как она выглядит. У нее такие рельефные дорожки. Вот можно посмотреть, как они выделяются. Очень красивая изнаночная сторона, аккуратненькая, ровная. Вяжется всего в два ряда. Очень легко вяжется. И я думаю, каждой вязальщице надо иметь в резерве такой узор, такую резинку. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте мне лайк и напишите пару хороших, добрых слов в комментариях. Итак, раппорт этого узора 3 петли плюс 2 кромочные и 2 ряда. Значит, вам нужно набрать на спицу количество петель, кратное 3, то есть 3 петли, 3, 3, 3, 3, 3. В конце, когда набрали все, все э, э, петли, добавили 2 кромочные и начинаем вязать первый ряд кромочная петля дальше раппорт 2 петли лицевые 1 изнаночная и повторяем раппорт до конца ряда 2 петли лицевые 1 изнаночная 2 петли лицевые 1 изнаночная так вяжите пока все петельки у вас на спице не закончатся Последняя петля кромочная. Второй ряд. Первая петля кромочная. Дальше раппорт. Одна петля лицевая. Накид. Две петли лицевые. И теперь берем накид, который мы делали, и кончиком спицы набрасываем на эти две лицевые провязанные. Повторяем раппорт. Одна петля лицевая, накид, две петли лицевые. Возвращаемся, берем накид и набрасываем на две провязанные петли. Итак, повторяем раппорт до конца ряда. Лицевая, накид, две лицевые, накид, набросили лицевая, накид, 2 лицевые, накид, набросили. Вязать очень легко. Последняя петля у нас кромочная. Вот и все. Повторяйте эти два ряда, и у вас получится вот такая вот интересная резинка необычная. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Тоня Февралева. Всех люблю, обнимаю. Пока.